Понятно, что Западу будет очень тяжело иметь дело с Путиным и снова делать вид, что принимать его как в качестве равного партнера, вести с ним какой-то равный диалог, потому что это будет означать, да, любой равный диалог с Путиным, почему, так сказать, это так важно, приглашение со стороны АБЭ, любой важный диалог, равноправный диалог с Путиным, конечно же, выглядит как успех Путина и в противостоянии с Западом. Ну, внешне, конечно. Да, внешне. Да, на самом деле это не так, да, да, но внешне, конечно, это выглядит именно так. И уж тем более там возвращение именно Путина там мероприятие большой восьмерки, возвращение большой восьмерки или там какие-то переговоры по важным вопросам с западными лидерами, это будет точно, так сказать, рассматриваться как вот успех и, может быть, плохой пример для тех, кто хочет, хотел бы Путину подражание, да. Так сказать, а возможных подражателей сейчас в мире может, так сказать, появиться немало, если только дать такую возможность. И в этой ситуации, я думаю, что очень важный вопрос – это как будет организована российская власть после конфликта.